Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Радиолюбитель ТВ. И сегодня я подобрал для вас 5 крутых DIY наборчиков для радиолюбителей, то есть наборы собери сам. Все эти наборчики можно приобрести в китайском онлайн-магазине AliExpress. И первым набором у нас сегодня будет стереоусилитель, собранный на микросхеме TDA7297. Устройство имеет мощность 15 Вт. В комплект входит монтажная платка, все необходимые радиоэлементы и, собственно, сама микросхема. Усилитель хорошо работает, и учитывая, что его цена составляет всего 67 рублей, думаю, стоит его брать как начинающим радиолюбителям, так и для практического использования. Он подойдет. Ссылку на этот усилитель и все сегодняшние товары я оставлю в описании к видео. Далее у нас идет обучающий набор для тех, кто хочет научиться паять SMD-компоненты. Ведь это очень полезный навык, потому что SMD-компоненты помогают делать нам устройства более компактными и, следовательно, более практичными и удобными. В набор входит монтажная платка, на которой уже есть заготовки под SMD-компоненты, и даже по 2 микросхемы, и около 100 SMD-элементов, которые вы сможете спаять на плату. SMD-компоненты, кстати, настоящие рабочие, так что вы потом их сможете использовать смело в радиолюбительстве. Набор также стоит смешные 65 рублей, так что, думаю, начинающим радиолюбителям его нужно обязательно приобрести. А третий товар на сегодня – набор для создания полноценного радиоприемника, который будет принимать сигналы в FM-диапазоне и AM-диапазоне. В набор входит корпус для нашего радиоприемника, вместе с отсеком для батареек питания, плата, на которую будут монтироваться все наши радиодетальки, собственно, сам комплект всех необходимых радиодеталей, все крутилки, намотанная катушка даже есть, нормальная полноразмерная антенна и динамик для прослушивания радиопередач. Набор также будет очень полезный начинающим. В комплект также входит принципиальная электрическая схема приемника, так что разобраться, как все собирать, будет несложно. Вы сможете разобраться, как работает радиоприемник, и это будет очень полезным опытом для вас. Так что советую, на AliExpress он стоит 280 рублей. Далее четвертым товаром хотел бы посоветовать набор «Собери сам» осциллограф. Осциллограф позволяет нам видеть, какой сигнал проходит по цепи, и, соответственно, становится нагляднее, как работает какой-либо электронный прибор. Этот набор осциллографа стоит 1000 рублей, но это, пожалуй, все равно самый дешевый осциллограф, который можно использовать в практических целях. Так что, как первый ваш осциллограф, он самое то. Можете брать наборчик, очень популярный, много положительных отзывов о нем. И последним набором на сегодня будет набор «Собери сам» электронные часы. Обычные электронные часы, которые будут светиться в темноте и которым вы сможете придумать свой оригинальный корпус. Этот набор стоит 95 рублей. Ну вот и все, дорогие друзья, на сегодня. Ставьте лайк, если хотите еще больше товаров для радиолюбителей из Китая. Пишите в комментарии, какие товары бы хотели рассмотреть. Напомню, что ссылки на все сегодняшние товары вы найдете в описании к видео. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.